Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о такой компании, как Omni. Итак, что такое Omni? Как утверждает сама компания, Omni — это не просто приложение, это мега-приложение. Уже совсем скоро можно будет присоединиться к безопасному и эффективному социальному приложению для обмена видео. Первым в своем роде с технологией OmniFeed L, лента новостей и видео. Совсем скоро будет доступно приложение в Google Play и App Store. Omni управляется людьми. Все наши любимые функции из таких приложений, как YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, Telegram, PayPal, Snowy и eBay, все это в одном удобном пользовательском интерфейсе. Omni – это справедливая экосистема. Компания стремится вернуть богатство в руки пользователей, а не копить ее, как все крупные корпорации до нас. Также мы можем сделать изменения сегодня с Omni Power. Omni намеревается токенизировать свою прибыль, чтобы вернуть ее пользователям через технологию блокчейн. Каждый из нас может зарабатывать токены Omni за создание контента, выполнение задач, обмена контента с друзьями и многое другое. Использовать OmniCoin, чтобы давать чаевые своим любимым авторам и покупать продукты в магазинах приложения. Также в данной платформе есть и секретный чат, где мы можем делиться исчезающими сообщениями с другими пользователями с помощью функции Omni Secret Chat. Это тоже скоро будет доступно в App Store и Google Play. Приложение Omni поддерживает звонки по видео и аудио в формате HD. Звонок другим пользователям аудио или видео, современное сквозное шифрование, основанное на оригинальном потоке с открытым исходным кодом, обеспечивает безопасность наших разговоров. Компания предоставляет нам такие особенности, которые все мы любим. Это смотреть истории, где мы можем нажимать и пролистывать истории, чтобы быть в курсе последних событий с любимыми влиятельными лицами и авторами, или создавать свои собственные, чтобы делиться ими со всей аудиторией. Также это чат в реальном времени. Также мы можем поделиться GIF и изображениями и стикерами, и групповой звонок. На групповом звонке можем общаться со своими сверстниками, друзьями и семьей с помощью групповых вызовов приложений или организовать удаленную встречу со своей рабочей группой. Довольно такой интересный проект. Может и реализоваться вся идея. И даже, возможно, может стать и конкурентом такому, как Telegram, гиганту. На этом обзор пока не закончен. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.